Шел 21-й год самоизоляции. Правительство реализовывало все новые меры поддержки населения. Считывание QR-кода. Ну вот, вы и дома. Мойте руки и читайте наши новости. Отмена денежных сборов для населения. Узнать больше. Теперь ты избранный. Поздравляем вас. Вы подключили сервис «Отмена денежных сборов», и теперь ваш личный антикурьер сам произведет все необходимые действия. Антикурьер? Это как? Согласно выбранному вами тарифу, ваш бесплатный сбор будет распределен на 3 бюджетных пакета. С этой точки от 40 килограмм. Федеральный бюджет наполняется пакетом мини, региональный – пакетом микро, а бюджет гуманитарный для помощи США и Европе – пакетом нано. Предохранительная пломба погрызана. Это не я. Для вашего удобства производится контрольная видеозапись. Тушенка белорусская. Берем. Творог зерненый. Хорошо. Овсяное молоко кидаем в гуманитарку. Масло. Отлично. Томатный соус итальянцам. Бананы. Оставь капусту. Берем. Щи сварим. Яблоки. Мясо. Наш сотрудник уже завершает свою работу. Надеемся, вся процедура прошла легко и приятно. А чё так много? I'll be back. А? Антикурьер – это тот же курьер, только он не приносит, а уносит. Любите вашего личного антикурьера. А сколько там до конца смены? Уже немного. Осталось всего 35 избранных. Ну, бывай. Теперь только через недельку зайду. Вы по-прежнему остаетесь нашим избранным и поставлены на абонементное обслуживание. Наш антикурьер будет регулярно навещать вас каждую неделю. Не забывайте пополнять ваш холодильник. Хорошего вам настроения. Держитесь. Уважаемый избранный, в соответствии с нашими демократическими процедурами у вас есть право выбора. Нажмите 1, если вы удовлетворены работой нашего сервиса. Нажмите 2, если вы снова хотите прослушать это сообщение. И нажмите 3, если вы хотите стать антикурьером. У нас работают вежливые люди. Присоединяйтесь к одобрению новых мер правительства по поддержке населения. Иначе, в соответствии с законодательством о фейках, вы можете быть подвергнуты режиму строгой самоизоляции в кладовке. Без доступа к холодильнику и туалету. Помните, что вы избранный, а избрание предполагает ответственность.